когда два человека встречаются, они только что друг друга видят, они, мне кажется, первое, что делают, это сканируют друг друга на предмет сексуального объекта. И только потом они там уже решают, они, мы друзья, или мы строим отношения, или что-то. Но первый инстинкт – это вот, вот подходишь и ты мне как сексуальный объект, что, да. Что является супернормой. Да. Нет, я с этим полностью согласна. Да. Тебе подходит как сексуальный объект, как ты думаешь? Ты точно об этом подумала, раз ты так говоришь? Ну... Ну, честно. Да, ну, наверное, ну, я не знаю, но я вижу красивую девушку, очаровательную, но мне это не мой вкус. Но ты прекрасна и очаровательна. Благодарю. Ну, в смысле, это вообще просто мне как сексуальный объект не подходит. Понял. Не настаиваю. Ну, спасибо, что вытащили это из меня и создали максимально много неловкости. А тебе, Кость, подходит как сексуальный объект? Блин. Ну что? Я сегодня ночью буду плакать в подушку. Блин, это хорошо, что человек пришел к нам с проблемой, что все хотят, и вот мы показываем наглядно, как никто тебя не хочет. Нет. Очнись. Смотри, уже два человека на этом диване. Вообще не хочется. Ты знаешь, я с тобой дружил.